Am să vă rog o primă reacție după partida. Ну, очень обидно, что опять проиграли. Начали игру очень невыразительно, только под конец поняли, что не надо бояться и надо играть. Обидно, что времени не хватило. În toate partidele, de fapt, ați avut multe momente în care ați avut posesia, dar nu reușiți să marcați. Lipsește o ultimă pasă? Я думаю, что все-таки молодость сказывается. Много молодых ребят у нас и опыта не хватает. Я думаю, что только из-за этого. Vorbind de partida de la Chișinău, există o diferență între a evolua la Tiraspol sau aici, în capitală? Да, я думаю, что нет большой разницы, что там, что здесь хорошее поле и чемпионат проходит на хорошем, высоком уровне, организационном. Am văzut la foarte multe echipe pe parcursul etapelor, nu vin toți jucătorii la lot, dar dumneavoastră foarte mulți jucători care fac prezența la partide. Care este secretul echipei? В смысле то, что у нас приходят или не приходят? Ну, у нас заявлено 15-20 человек, кто-то может уехать, кто-то туда-сюда, и мы стараемся заменять друг друга, и все-таки как-никак этот турнир сделан как бы первый раз на таком уровне, и хотелось бы показать лучший результат, но пока мы имеем, что имеем. Спасибо большое.